Сегодня будем готовить вот такой вот вкусный ароматный кекс кокосово-ананасный, без глютена, без сахара и без лактозы. Очень воздушный, вкусный. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим вместе с вами кокосовый кекс. Этот кекс будет без глютена, без лактозы, без сахара. Будет он с ананасами. Сверху посыпан миндальными хлопьями. Очень вкусный этот кексик. Сейчас расскажу, что вам понадобится. У меня вот открытая, я уже открыла баночка ананасов. Ананасы я беру сладкие, вкусные, ароматные. Возможно, вы знаете эту фирму, это очень хорошая фирма. Также нам понадобится разрыхлитель, 4 куриных яйца. Здесь у меня кокосовая стружка, та, которую я делаю кокосовое молоко, она остается. Я ее замораживаю и храню в морозилке. Вот так вот достала, разморозила и добавляю в кексик. Это у меня кокосовое молоко я делала с утра. Дальше вот такая вот безглютеновая смесь. Знаете, тоже известная фирма. Овсяная мука безглютеновая, кокосовое масло, изюм, еще вот нужна будет нам кокосовая стружка посыпать сверху, и можно немножко добавить, у меня тут осталось финикового сиропа, буквально столовая ложечка. Дальше я еще приготовила форму для выпечки, застелила ее пергаментом. Ну и все, приступаем готовить. Разбила я 4 куриных яйца и взбиваем до пышки. Куриные яйца мы взбили. Сюда мы сейчас добавляем финикового сиропа. Финикового сиропа я добавляю буквально столовую ложечку. Немножечко. И взбиваем дальше. Дальше мы миксер переключаем на медленную скорость. Добавляем кокосовое масло наше, высыпаем сюда. Кокосовое масло у нас мягкое, комнатной температуры. Выливаем 300 мл кокосового молока. Сюда же высыпаем нашу кокосовую стружку. Добавляем потихоньку безглютеновую смесь. Дальше на медленной скорости миксера мы добавляем овсяную муку. Сюда же мы высыпаем чайную ложку разрыхлителя. И хорошо тесто вымешиваем миксером. Вот такое вот тесто получается. Оно не очень густое. Сейчас вам покажу. Так. Вот такое вот тесто. Оно не очень густое. Ну, вот такое. Дальше включаем на медленную скорость и высыпаем наш изюм. Консервированный ананас нарезаем небольшими кубиками. Нарезаем
нарезаем вот такими вот небольшими кубиками. Нарезали ананасики кубиками и отправляем в тесто. Вот так вот прям высыпаем и перемешиваем уже лопаткой, чтобы оно не превратилось в кашу. Аккуратненько вот так вот лопаточкой перемешиваем. Тесто, когда перемешали, я вот приготовила форму, застелила ее пергаментом и сюда вот высыпаю. Тесто такое ароматное, прям так ананасик наш пахнет и кокосик. Очень классно. Распределили наше тесто вот так вот ровненько. И сверху берем вот такие вот миндальные хлопья. Сверху посыпем кексик миндальными хлопьями. Вот так вот обильненько посыпали и кладем в духовочку выпекаться. В разогретую духовку на 180 градусов кладем наш кексик выпекаться. Кексик наш уже готов. Сейчас достаем. Вот такой вот красивый, поджаристый такой, прям воздушный получился. И ставим остывать. Если сомневаетесь, или кексик готовый, я вот проверяю на такую вот деревянную шпажку, чтобы она была сухая. И приготовила решетку, сейчас поставлю сюда остывать кексик наш. Кексик наш остыл, и пришло время разрезать и посмотреть, какой он внутри. Вот такой вот, видно вам? Внутри он сочный, воздушный. Это очень вкусный кексик. Видно? Так, вот так вот. Сейчас будем пробовать. Так, еще отрежу кусочек. Ой, он прям воздушный-воздушный такой. Ароматный. Так, сейчас буду пробовать, и чтобы я не забыла сказать, можно добавить и свежий ананас. Я уверена, тоже будет очень вкусно. Уже домашние попробовали, сказали, что это прям один из лучших моих кексов. Поэтому пробуйте тоже, готовьте. Сейчас я буду пробовать. Вот такой он прям пышный, воздушный. Класс! Да, действительно, он даже и сладенький, я вам скажу. Считайте, без сахарозаменителей, без разных вредностей. И очень-очень-очень даже хорошим. Я уже там финиковый сироп не считаю, там одна столовая ложечка его была. Ну вот изюмчик, ананас, очень-очень вкусно. Поэтому готовьте вместе со мной. Всем пока. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, готовьте, пишите. Буду благодарна за обратную связь. Всем пока.